Сегодня я купил электрокофеварку, электротурку даже можно сказать, от фирмы Melange Electrical Coffee Pot. Вот. Ну, будем позже испытывать, а пока посмотрим ее. Модель Кафе 008. Куплена она была в интернет-магазине за $12. Значит, пол-литра и 12 месяцев гарантия. градусов поворачивается. Отлично. Так, сделано, где она? Идеальный турецкий кофе, емкость. Так, кнопка ключа, двойная защита, 600 ватт. Так, а где же она сделана? А? Так, сейчас будем открывать, смотреть. Так, инструкция дается. О, ручка отдельная. Нифига себе. Так. Шнурок. Так. Made in China. Ну, понятно, кто не сомневается, что Made in China. Да. Круто. Присобачиваем ручку. Так, вот включили мы ее. Налили 300 миллилитров. Кнопочка включается. Сейчас будем кофе добавлять. Сейчас будем пробовать кофе. Roast ground coffee, French style. 3 ложечки на молотый он. Это арабика. Вот 100% арабика. Все, сейчас добавляем. Давай. Мне не надо. Средний. Все, теперь включаем. Перемешивать не надо разве? Ну да, перемешаю. Приставала. Но это типа на 3 чашечки кофе по 100 миллилитров. Логично? Угу. Я думаю, это будет сильно такой жесткий кофе. Нет? Крепкий. Ну что, начинает кипеть. Прошло где-то минута. Вот. В принципе, можно резко выключать вот так. Вот, ну. Посмотрим. Можно снимать резко. Как раз.
Держи, если что, поднимай. И смотри, это только... Смотри, если он там поднимается, если бульки, чтобы закипало. Поднимай, и это ложкой только аккуратно, чтобы с первого раза хоть не разбить ее. Мы налили 300 миллилитров. Вроде бы нормально. Все кипит, да? Все? Закипело? Давай еще чуть-чуть. Пробуем. Да, чайник это не то, да? Все, закипело, да? Смотри, отлично. Все. Ну, такая вот турка. Мне понравилось, честно говоря.